У нас среда. Всем доброе-доброе утро. Я иду на рынок. Сегодня вот как раз с этой точки должен начинаться рынок, и он идет туда вдоль порта. Я гречечку ищу. Соскучилась по гречечке. Надела браслет, считаю, сколько я сделаю шагов. Спрашивали, где видео с моречка. Смотрите. Вот оно, моречко. Вертолет летает над моречком. И вдоль моречка рынок. Ветер прохладный, кстати. Но 25 градусов, солнце жарит, конечно. Ну, идешь, потеешь. Но дует прохладный ветер при этом. О, я вижу своих ребят с гречечкой. Я их нашла. Смотрите, цены какие на всякие, на бобовые, на зерна, на крупы. От 2 евро и до 3,5. Так, орехи тоже в разную цену, от 6 евро и до 10. Орехи, миндаль, кешью, обычные. О, вот такие грецкие по 5. А здесь всякие маринады под оливковым маслом, в уксусе. Вот это чечи желтенькие, оливки, лентики, грибы, в общем, чего только нет. Так, я думала, уже моя очередь, но не моя. Видите, тоже цена от 2 евро оливки и до 5. Я возьму вот эти зеленые большие. Я их люблю. Грибочки разные маринованные, лампощони, помидорки. Видите, сухие помидоры. И вот такое. Такое я не беру. Вот. Но оно продается. Рынок большой. Некоторых продавцов я не знаю. Такое ощущение, что немножко поменялся состав продавцов, состав палаток. Или просто потому, что их перетасовали, поэтому я не ориентируюсь. Обошла весь рынок, вот он и заканчивается. Возле рыбного рынка. Погода класс. Купила я гречечки, закупила всякие фасоли. Так что на неделю продовольственная безопасность семьи обеспечена.
Все хорошо. Муж соскучился по гречке, а я тем более. Легкий ветер дует. Красота. Кругом от ограждения. Милиция, полиция. Все, естественно, в масках. Продавцы кто в маске, кто без маски. Точно так же и покупатели. Сейчас я пройдусь в обратную сторону. Сделала 2000 шагов. 2200. Маловато будет. Но это уже лучше, чем вообще сидеть весь день дома. Уж лучше так. Кстати, кто помнит, как я снимала здесь в порту буквально месяц назад? Была пустота. Вот этих всех яхт, вот этих всех лодок не было. Даже вот сейчас вы видите, что рыбацких лодок мало. Они, вероятнее всего, сейчас находятся в море. Но стоит пришвартовано много прогулочных яхт и катеров. Вернулись. Не все, конечно, но очень многие в порт вернулись. Естественно, продают маски. Видите, яркие такие детские. Это местная керамика. Светильники в виде цветка артишока. Местная особенность. Все, рынок закончился. Осталось по дороге еще несколько грузовиков, в которых продают фрукты и овощи. Цена фрукты и овощи от евро до 3. Чаще всего вся эта фрута и вердура местная. То есть это фермеры продают в этих грузовиках. Вот моречка. И я отправляюсь уже домой. Сниму я маску, здесь нет никого. Фу, дышать невозможно. Жарко, солнечно. Посмотрим, может быть, сегодня после обеда с девчонками выберемся к морю. Что продают сейчас из овощей свежих, местных? Абрикосы, персики, черешня, еще немножко клубника. Ну, видите, там еще всякая вердура, чеснок, всякое-всякое. Так, я зашла на пляж сейчас. Здесь есть пляж La Rotonda. Так, снять опять маску. Взяла у них цены. Сейчас домой приду, мы с вами все внимательно посмотрим, что почем на этом пляже. Девочки, прошлась я по рынку и купила кое-что. Вот такую вот маску для Розали купила, стоит 5 евро. Здесь такой слой, видите, типа фильтровый, да, и сверху трикотаж. Сказали, что она моется. Потом тут же увидела, по 3,5 евро были тоже симпатичные масочки в магазине, тоже многоразовые. Короче, на рынке не всегда самые лучшие цены, ну, за маску, вот, получается, 5 евро. Ну, я думаю, что это будет прикольно, может, ей понравится, беленькая. И она потоньше, потому что та вот маска ее, которую заказала с Китая, она очень толстая, там много слоев. Она, наверное, понадежнее, но она и потяжелее. В эту жару сложнее дышать. В этой, я думаю, ей будет немножко проще. Вот сейчас постираем и попробуем завтра, как оно пойдет. Так, еще я покупала в точке с продуктами, я вам их немножко подснимала, что у них есть. Вот такие продукты купила. Крупные оливки. Я все брала по полкило. Вот такие вот крупные оливочки. Они вкусные. Это оливки из Альтамуры, зеленые, моченые в чем там, в оливковом масле, еще в каком-то рассоле. Очень люблю. Долго хранятся. Вкусные. Они такие мясистые. Это мои любимые оливки. Ну, одни из любимых. Я на самом деле многие люблю. Они немножко сладковатые, поэтому мне нравятся. Красные лентики, это чечевица, гречечка зелененькая, био, сегодня будет на обед. И такие вот фасоль, такая фасоль белая крупная. Обычно беру фасоль мелкую белую,
потому что ее быстрее готовить, можно там на полчаса, там на час водичкой замочил и можно приготовить. А вот эту обычную надо с вечера замачивать и долго варить. Но свекор у меня не очень любит эту мелкую, поэтому он всегда вот готовит такую крупную, и я решила взять такую на этот раз. Так, это мне обошлось продукты в 6,5 евро. Еще я зашла в китайский магазин, купила для Розали новые краски, потому что те краски, которые покупала в прошлый раз, она их быстренько выкрасила, и так как дома много времени проводит, ей, конечно, нужно чем-то заниматься. А вот карандаши уже ее не интересуют. Она не хочет красить карандашами, она не хочет красить фломастерами. Ей нужна именно вода, кисточка и вот что-то такое вот как бы заниматься. Поэтому купила новые краски. И зашла я, девчонки, по дороге в один пляж. Взяла у них цены на этот год. Я сфотографирую, еще вставлю, да, чтобы было хорошо видно. Но давайте с вами посмотрим, что нынче почем. Цены могут быть другие. Ну вот конкретно в нашем райончике дорогие, потому что сюда приезжают из соседних районов, из Бетонто, из других городков приезжают, ну это как бы традиционно они приезжают сюда отдыхать, потому что раньше здесь была такая летняя зона для богачей из Бетонто, скажем так. Вот сейчас все поменялось, этот район уже не относится к Бетонто, он относится к Бари, но привычка выработана веками осталась. Если взять кабинку, это пляж называется Лидо Ларо Тонда, тарифы Ано 2020, да, то есть тарифы на 2020 год, пляж Ларо Тонда. Лидо — это платный пляж. Период с 30.05 до 6.09. То есть они будут работать по 6 сентября. Итак, кабина на 6 персон, кабина на 6 человек с одним зонтиком, одним литино, шезлонгом и, значит, один с драйо, ну, одна раскладная, да, я так понимаю, сидушка, одно раскладное сиденье. Значит, кабина, зонтик, шезлонг и сиденье раскладное. На весь сезон это будет стоить 1950 евро. Полсезона это 1600 евро. Один месяц 1400 евро. И 15 дней, 2 недели 920 евро. Дальше. Абонементы на одного человека. Весь сезон с кабиной. То есть, ну, вы берете, допустим, одно место в кабине и вот такой вот как бы ему абонемент. Не на 6 персон, как вот вверху цены, да? Берете одно место в кабине. Итак, абонемент на одного человека с кабинкой 250 евро. Абонемент на полсезона с кабинкой 200 евро. Абонемент на месяц с кабиной 180 евро. Абонемент 20 дней с кабинкой, с одним местом в кабине, это все, да, 150 евро, абонемент на 15 дней с одним местом в кабине 120 евро, и кабина на один день это 20 евро. Кабина Джорнальера. Одно место, получается, на человека в кабине это 20 евро. Боже мой, это очень дорого. Шезлонг. Летина это называется, шезлонг. Весь сезон это 170 евро, полсезона 150, один месяц 140 и 15 дней 90 евро. Зонтик или здраю. Здраю это сиденье. Весь сезон 140, полсезона 120, месяц 100 и 15 дней 55 евро. И просто вход. Если вы входите, то есть ну, без кабины, да, вы входите. Ингресс это называется. Ежедневный вход 7 евро. Но если вы придете после обеда, не на весь день, а только после обеда 5 евро. Если вы берете на день себе шезлонг, 7 евро, после обеда 5 евро. Если вы берете зонт, это стоит 6 евро. Если берете раскладное сиденье, 5 евро. Просто сиденье, это 2 евро. И абонемент на 15 дней 85. Абонемент вход на 7 дней 40. И абонемент после обеда на 10 дней это 40 евро. Так, ну, кстати, вот абонемент Ingressi Pomeriggian Dieci Giorni 40 евро. Можно и взять такой себе на 10 дней, после обеда 40 евро. Потому что с утра вот и на весь день ходить как-то мне тошно. А если ходить после обеда ежедневно, то это как бы уже так нормально. Так, период, какой считается период полсезона? Это
с 30.05 по 31.07 и с 1.08 по 06.09. Периоды по месяцу это с 1 числа до 31 любого месяца. Вот так вот. Короче, то есть с 1.07 по 31.07 и с 1.08 по 31.08. Вот какие-то такие цены, девчонки. Вот, кто спрашивал, цены в пляжах, вот это вам один из примеров. Все пляжи, у всех свои тарифы, поэтому сказать, сколько... Ну, нету такого, что тариф единый. Нет, такого нет. Тарифы все разные во всех пляжах. И в какую бы часть города вы ни поехали, в какую часть Апулии, Италии, везде будут свои тарифы. Может быть, в одном Лидо одни цены, а вы пройдете там 20 метров в соседнее Лидо, там будут уже другие цены. Но для ориентира вот вам такие вот цены. На этом я влог свой буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся завтра в следующем видео. Пока-пока!